красивый. Я хотел бы, чтобы присутствовал здесь и другой канал тоже, исходя из того, что 9-й канал – это канал, ну, имеющий отношение к Филатову. Скажу, мое отношение следующее. Я поздравляю Филатова, что он выиграл, что он стал мэром. Мы готовы ему во всем помогать, как депутаты, избранные для того, чтобы решать проблемы нашего города. Но я считаю неправильным начать свою работу мэра города с противоправного, с нарушения закона. Сегодня мэр не может, то есть Филатова не может приступить к мэрским обязанностям, пока он не сложит мандат. Я собираюсь с первого дня выполнять свои предвыборные обещания. Одно из моих предвыборных обещаний – это была полная кадровая чистка. И второе было предвыборное обещание – это аудит городского хозяйства и бюджета. Поэтому, когда мы смотрим на политических злых клоунов, таких как Загид Хасанов, почему они так себя ведут, они понимают, чем этот аудит для них закончится. То есть мы все понимаем. Уважаемые коллеги, вы прекрасно знаете, вы люди компетентные, вы люди в материале. Я сейчас уже являюсь официальным лицом, поэтому я бы воздержался от острых заявлений. На сегодня вы видели, как вся эта веселая комарилья, возглавляемая Красновым, крутится, как уш на сковородке. И мы понимаем, почему. Потому что вся эта публика, я не могу их назвать политиками, это просто злые, уставшие клоуны, которым надо идти на пенсию. Поэтому злые, уставшие клоуны должны понимать, что цирк уехал.